Я понимаю, что отправят в отпуск до Сущу, наверное. Скажут, блядь, и... Идите, ну... Что же эту двойную затерли? Ну, она есть.
даже к 2020 году и благодарит за теплый прием. Если Макар будет продолжать так кататься и дальше, то теплых приемов в его жизни будет очень много, буквально. Да, отличный сезон проводит Макар, это его лучшие результаты в карьере, и видно, что он уже повзрослел, возмужал, и теперь уже ничто не должно мешать показывать свое лучшее катание.